Здравствуйте, 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 господа и дамы, меня зовут Александр, вы собственной персоной попали на видео по битве замков с роллингом, усаживайтесь поудобнее, не забывайте про изысканные пельмени, то, что их нужно сварить и съесть, также про княжеский лайк не забывайте и не забывайте подписаться на канал. С вашего позволения я выкурю эту трубку мира и мы начнем роллинг на аккаунте игрока под ником Мурка XBC, наверное, как-то так. Вот гильдия Avenger называется. Ребята, вся инфа у вас на экране. Вот, активное участие, ватсапчик по поводу вступления. Если что, ребятушки, пишем, вступаем. Дальше, что мне хотелось бы отметить. Это 66 тысяч самосветов. В 2018 году, как оказалось, я уже ролил на данном аккаунте. Не знаю, что выбил, роллинг длился 4 минуты. Вот, далее, может быть, не знаю, не буду оставлять по ссылке в описании. Знаете, какое название? Накопленные самоцветы, запятая, удачный роллинг, битва замков, Castle Clash. Вот, ролик длится 4 минуты и 59 секунд. Может, кому интересно, зайдите, посмотрите, как это выглядело в 2018 году. И тогда это был бездонатный аккаунт. И он, кстати говоря, и остался бездонатным. Это бездонатный ёпт-аккаунт. Окей. Блин, не понял прикола. Подожди, это бездонатный аккаунт. И чё у него... Чё это там за герой такой, дракон? Охренеть. Типа зефирик? Ну-ка. Ну-ка, ваше предположение в комментариях, откуда здесь зефирик, когда задоначено 2590 самоцветов. Не, мне, блин, показалось? Ну, серьезно, смотри, зефирик. А как он его получил? Слушай, это, конечно, да. Это, я не знаю, это, наверное, какая-то супер удача, супер задротство. Смотрите, по сути, без доната можно получить зефирика. Давай посмотрим, каких героев тут вообще не хватает. У нас такой расслабленный роллинг. Это Розалинда, это Мастер Рун, Фанатик, Темный Колдун, Вальтор Макдуха, Механоид, Королева Оз, Мисс Магия. Угу. Леди Божество, Полярный Лис, Ледяной Феникс, Берсерк, Пепельная Матрона. Ну тут понятно, да, ребят, вам все понятно. Минотавра нету и Фрэнки, к удивлению. Нету Фрэнки, но есть, грубо говоря, Зефирик. Охренеть просто. Подарков на аккаунте никаких нету, все потрачено. Работы, фото, ресурсы работают на этом аккаунте по полной программе. Че, он чисто сильный, а че так силы мало? Да, да, да. Да, все понятно. Ребят, мы все поняли. Задача нам ясна. Усаживаемся, да? Я надеюсь, вы уже пельмени заварили. Я тут все подготавливаюсь. Так, я причесался. Осталось, ну, как бы немножко небритый, но ничего страшного. Ну что, давайте. 150 самоцветов. Вот, как обычно, наше долгое вступление. Так, хотелось бы мисс Магию Мастера Рун заполучить. Слушай, ну было бы круто, если бы в каждом роллинге получалось их выбить. Было бы прям замечательно. 190 рыцарей. Слушай, вот как-то вот не хочу накаркать, но роллинг начался хреново. Вот когда вообще Валентина, вот когда вообще не выпадают герои, Хладный Призрак, Смерть. Вот когда вообще не выпадают в начале герои, это как бы попахивает. Попахивает, знаете, неудачным роллингом. И это плохо. Леди Лео. Слушай, ну, как бы пока что ничего. Ледяной Феникс. Ледяной Феникс, он был на этом аккаунте, да? Да, он был на этом аккаунте. Так, не знаю, ну, десятку потратили. Как бы такого, не знаешь, ничего такого. Хотя там Мисс Магия, к примеру, приди, да? Мастер Рун приди. Хотелось бы увидеть этих героев. Фараон Королева Оз. Она вроде недостающая была. Профессор Риббит. Хранитель. Так, каких-то героев, да, для судьбы мы уже, по сути, выбили. Но хотелось бы каких-то героев, которые помогли бы этому аккаунту. Вот что хотелось бы, ребят, на самом деле. Шаман, Циклоп,
Фараон, боже, 2020 год, середина 2020 года, падает фараон. Это, конечно, невероятная просто удача. Мисс Магия, давай, приди, пожалуйста. Был бы тебе весьма благодарен, елки-палки. Так, подожди, ну-ка, еще раз. Что-то как-то странно. Ну-ка, давай. Фрэнки не хватает, да? Арктика, понятно. Хладный призрак бесплатно. Пепельная Матрона. Берсерк. А, мисс Магия. Королева Ос выбили, но на нее похеру. Альтор Макдуха. Некроз, понятно. Ну, слушай, давай. Давай. Сноузила. Бульдозер. Рандом. Хотя, как бы, знаете, такая шутеечка наклевывается. Это бездонатный аккаунт с зефириком, ёпта. Ему уже повезло на несколько лет вперед. Извиняюсь. Влад Дракула. Землеройка. Ну, падает, да, что-то, но как бы оно такое. Типа, Кэнди. Давай, ну что-то новенького дай, дружище. Фрея, блядь. Я не знаю, вот когда вижу Фрея, у меня такое чувство, как будто мисс Магия выпала, да, и все время путаюсь. Хладный призрак очередной раз выпадает. Знаете, история, типа, Королева Ос, вот история, хотел по поводу Хладного призрака сказать. Вот скажу по поводу Королевы Ос. Выпадает одно говно и обязательно выпадет второй раз то же самое, да. Ну, не обязательно говно, но вот какие-то герои вроде там ничего, как бы там из не сильно старых, да, тебе выпадает герой, который, по сути, не нужен. Да, и он тебе потом падает по второму кругу. Вот то же самое с Хладным призраком, да, произошло. С Королевой Ос. Вот такое какое-то явление непонятное. Ну, и такие герои, как Курица, типа Королева Гарпий, да, падает прям вообще как дрысня последняя. Слушай, ну мне страшно становится. Мне страшно становится, что этот роллинг будет неудачным. Скиталец, уже сколько ты можешь падать? Давай мастера рун. Воу! Фея, профессор Рибит, Орес. Но как бы мисс Магию, пожалуйста. Там что-то... Да хотя бы пепельную Матрону, Берсерка, господи. Ну что, типа, бля, отдавать аккаунты такой. Я ничего не выбил. Ведьма. Бразды. 190 рыцарь, палач. Давай, дружище. Господи, где герои-то, а? Где герои? Неужели я серию своих удачных роллингов закончу полнейшим провалом? Типа выбил Королеву Ос? Охереть. Давай, где? Ну, бездонатный аккаунт, а? Бездонатный аккаунт. Ты чё? Камон, ну... Явно. Блять, реально. Типа получил, играя без доната, получил зефирика, все, теперь проклятие на аккаунте. Охренеть, просто жесть какая-то. Давай, последние самоцветы, дружище, нужно чудо. Чудо чудесное. Фрэнки выбили. Да, Фрэнки типа недостающий, наверное. Может быть, он просто не распаковывался. Да, нет, он реально... Не... Ну, выбили недостающего Фрэнки, окей. Ну, не знаете что? Мне интересно зефирика посмотреть. Вот, бездонатный аккаунт все-таки. Думаю, вы не откажете мне в этом удовольствии. Вальс клинков. Огненная защита. Око бури. Ослепляющий удар. Ну, как бы такое... А, вот странно, блин, на сраном яйце и то этих ящиков целая куча говна. Тут почему-то нету. А чё со Ох ты, ёб твою мать! Ёб твою... Ну, понятно, да, бездонатный аккаунт. Только знаете, что непонятно? Вот, чуваки, если вы услышали, где какой-то долбоёб, не знаю, блядь, сказал вам, что вальс клинков... Да, охренительный талант, то плюйте ему в лицо. Потому что этот долбоёб, помимо того, что он говорит, что вальс клинков охренительный талант, он должен вам еще сказать, что для того, чтобы вальс клинков эффективно работал на вашем герое, у вас должно быть херово туча уклонения.
почитайте, пожалуйста, описание вальса клинков. Вот. И как бы после того, как вы услышали какого-то долбоеба в интернете или долбоеба сагильдийца, я таким же долбоебом могу быть, ребят, да, я ничего не говорю. Но после того, как вы послушаете вот эти вот мнения, перед тем, как принимать решение, поставить какой-либо талант на какого-либо героя, вы хотя бы прочтите. Вы хотя бы прочтите то, что уклонение плюс 8%. Когда герой уклоняется, он получает 110% атаки на 2 секунды и восстанавливает 42% от максимального здоровья. Но фишечка-то заключается в том, что, ребята, если у вас не наролено уклонение, у вас маленькое уклонение у героя, то от вальса клинков толку с гулькин хуй. Понимаете? Понимаете, ребят? Вот вам правда жизни от князя. Ну, типа, блядь, лучше поставьте какую-то... Не знаю. Ну, типа, не будьте... Не слушайте долбоебов. Вот. Всем пока.